Червоного не подходит. Вот наши кошечки. Бусенька. Белая, пушистая. Вот мы. И ко мне подойдете, скажу, готовим тушенку из картошки. Вот, заходят гости. К нам соседи, к нам идут. Надежда Васильевна, матушка. Ой, опять. Можете это, не кланяться, вы уже были утром. Вот брат Никита дневник заполняет. Ну все, Игнать Иванович, пришли. Ну вот сюда подойдите. Никита. Сестры, подойдите сюда. Подойдите сюда. Слушайте, Никита, прочитай, что будет написано. Иди, слушай, считай, ты сними это. Угу. Считай. Вы слышите? Ну, вверху. Ник Скляренко. Что он пишет? Дорогой Игнатий Тихонович, выслали вам подарок к праздникам. Пришло сообщение, что вчера доставляли посылку, но вас не было дома. Так на всякий случай сообщаю. Когда заберете посылку, я объясню, что это и зачем. И улыбается. Да, дальше. Ответ ваш. Значит, привезли посылку от вас. Порвано и ни адреса нет. Все заклеено бумагой белой. Я посылки сам не получаю и не вскрываю, а отдаю нуждающимся сразу же. То есть, видите, сейчас, ну, несколько узнали, что у меня нога заболела. И сразу с Горного Алтая прислали вот это с Австралии. Я раньше посылали посылки с продуктами. Я узнавал посылку, сообщаю, кто там ребятишки ест, едут на машине, я им... Ну, мне получить-то надо раз на меня. И прямо на почте они дом ко мне не попадают посылки. А тут прямо приехал в посыльный. Я да. Вот я специально вам хочу показать и всех прошу, не посылайте мне ничего. В мои руки ничего не попадает. Я против. Против посылок и против. Тем более, что он пишет дальше. Так, мы отсылали красивую посылку. Запятая, по дороге порвали. Посылки рыбий жир и лекарство натуральное от ломоты в суставах. Очень помогает. Я знаю. 3-4 рыбьего жира в день. Это, наверное, капли. 3-4. И 2 второго. Если найдете, кому это понадобится из нуждающихся, перескажите дозировку. А то не Анила болеет, это Щукина. Что-то с ногами у нее. Да узнать. И нам, дальше. Нам надо. У нас тоже с ногами. Вон у Люды. Дальше. Средства высочайшего качества. Слушай. Средства высочайшего качества. Дальше. Мы вам выслали от всей души, зная и понимая последствия тюрьм. Но если есть тот, кому нужнее, мы будем только рады. Дальше. Внутри должно быть две банки и открытка с пожеланиями. Игнатий Тихонович, вы отпишитесь, как и что с нашим подарком. Хорошо? Ну, хорошо. Вернее, вашим. Все. Вот я сказал, что есть. Сейчас вскроют посылку и вам отдадут. Иди, вскрывай, Никита. Он привез сюда посыльный специально на машине. Я машину эту заснял. Смотрите. Я сейчас даже покажу, какая машина. И на улице тут стучит мне. Звонил 2 раза. Хорошо, где найди? И тут он что-то писать. Но тут адрес вроде бы был. И он при мне этот адрес заклеил. Выходит. А я даже не понял. Я понял, что бумажка лежит. А оказалось, не бумажка лежит, а наклеенная. Наклеенная. Вот сейчас ее вскрываете. При свидетелях, давай. Нигде нету надписи. Так не бывает, посылка без адреса. А так, я видел, тут вот адрес был. Прорежь, вот здесь вот прорежь. Вот здесь вот разрезай где. И с другой стороны тоже. Пока разрезаешь. Я вообще ее как это вскрыть. Посмотрю, что у нас. А также сбоку, также сбоку. Где у нее шов тут? У Игнатия ноги болят, коленки. У меня коленки болят, у Люды болят. Так что у нас здесь видно, что люди хорошие. Узнали, только тогда узнали, что там я со слухом неладно. Купили новый аппарат слуховой, прислали с Литвы, кажется. Сейчас даже не знаю. Ну, отдал другому. Так, ты ну, нож-то далеко не засовывай, наоборот. А, ну давай. Рыбий жир не потёк. Ты найди, как, куда резать-то, в какое место. Плохие посылочки. Ящик Пандоры. Угу. Ну вот теперь посмотри, что там целое. Это, видимо, вам игла. Ну, прочитай, что мне это ничего не надо. Считай посылку, покажи. Так вот. Это австралийский кенгуру, а это, видимо, их нет от... Ну и что там написано? Дорогой во Христе Игнатий Тихонович, поздравляем вас с Рождеством Христом из солнечной Австралии. Пусть милость Господа никогда не оставит вас. В молитвенном общении ваш Николай Элима или Василиса
Марина Склеренки. Все натуральные продукции, не синтетика, без красителей и консервантов. Послесловие. Высылаем вам качественный рыбий жир из вод Антарктики. И что-то растительный препарат для суставов. Боль должна поутихнуть. Поутихнуть. Иначе дозировка. Рыбий жир 2 утром, 2 вечером. Глюкоза 1 утром, 1 вечером. Я никогда это, во-первых, не натираю и категорически против. Я вообще лекарства не принимаю. Ну, а возьмите себе это. А надо, отдать. Потому что сейчас у тебя болит. Быстренько покажи, чтобы отдать. Ну, ты можешь помолчать пока здесь, сейчас. Потом возьмете и все на это. Вот. Здоровается со всей вселенной. Так. Посмотри, банка целая. Натуральный. Что там, открой. Рыбий жир написано. Fish oil, рыбье масло. Ну как оно, держи в руках крепче. О. А то куплено, видно, банку сорвали. О, о, там, видишь, какие эти. А ну, там возьми в руки. Пахнет, как леденцы. Ну, вытащи, там она, видит, какая-то гранула. О. Ну, да. Видишь, как сделано, какими. Все, запечатывай. Ну, посмотри, она не полная, сколько тут. Такая, о, столько ли было или нет? Блестит. А может, что-то отсыпали. О. Ну, тут примерно здесь 2/3. 200 капс, 200 таких таблеток. Ну, сколько? 200. 200? Таблеток. Ну, если по ну, две ладно, в день. Ладно, вытащи в сторону. Дальше доставай. Далее. Что? Снимай. Какое-то биоорганика тут. Это что? Это, видать, это... Что такое? Глюкоза это какая-то. Ну, ладно, дальше. Что не писали? Открой. Там? Вы посчитайте, сколько гранул, завтра скажете. Вот. Тут, видите, как? Полбанки. Полбанки. Чуть на печку не запрыгнул опять. Полбанки, смотри. Посмотри, какие гранулы. Ровно полбанки. Все. Теперь эти вот между ними, за это, все баночки отдавай, выносите, пусть там решают. Забирайте. Ой, до свидания. Христос. Николай, звать, кого тут есть, вот эту положи, за них помолитесь. Ну, тут просто ваше имя, Игнат Тихонович. Ну, только делок, мы одно и то же. Вот мое имя написано. Что оно, заколдовано, что ли? Нет, нет. Все. Забирай. Ну, спасибо, до свидания. Христос. Спасибо, Христос. Все, матушка, идите там, решайте. Посчитайте только таблетки. А что им положить? От... Таблетки отправить? Посчитайте. И сколько гранул масла, чтобы ему отписать. Угу. Это котик, он тоже рыбий жир, я принес. Это как же их отблагодарить-то чем, а? Ну как? Молитвы. Уходите, прошу, пожалуйста. Да, да, да. Молитвы. Наверное, поднимайся. Забирайте. Забирай посылку. Имущество. Травами там, которые прислали с Горного Алтая, распорядитесь. Вот меня не спрашивают, присылают. Я никогда не беру ничего. В Америке-то как я их обижал. Они там мне покупали, что ни одного мороженого не съел. Носки не могли заменить. Это мой стиль жизни. Зачем меня насиловать-то? Нажимаешь эту кнопку. Так. Ну вот это я хотел показать. Машина как пришла дальше. Подожди-ка. О, сейчас мы увидим. А тебе надо тоже, да? Каждый? А что тут? Нет, нету. Тут что? Володя, Василий, Андрей, Володя, книги принесли, понесли на почту. Севастьян что-то. А почему тут нет? Где-то есть. А, на аппарате. Я не снял. На аппарате. Отсюда я машину тут снимал. Mm-hmm. Он там стоял на улице, но я по наружному наблюдению. Машина какая-то интересная. Вот заранее не знал, что они здесь. Все. Давайте.